Бриллиантовый цирк Якутии начал встречать гостей. В этом году коллектив подготовил представление по мотивам известной сказки Джеймса Барри «Питер Пен». Кроме артистов Государственного цирка Республики, в новогоднем выступлении приняли участие московские циркачи. О приключениях Питера Пена в Якутии расскажет Розалия Борисова. Нового года не будет. Хрюк хочет, чтобы феи сделали посох для него. И тогда он в новом году получит волшебную власть. На сцене бриллиантового цирка Якутии Питер Пен и его друзья. История о мальчике, не желающем взрослеть. По задумке режиссера Марии Харлампьевой-Поповой соединились воедино две совершенно разные истории. В стране Нетландии появился Дед Мороз. И только Питер Пен может спасти новогодние праздники, новогоднее настроение. Ага, мы долго думали, а потом вот сказали, вот интересная такая вот, давайте вот Питер Пен, потому что этот мультфильм для детей известный. Сейчас вот как раз вот показывали фильм. Дети все знают про этот мультик. Ну и на основе этого у нас и номера подходящие есть. Поэтому вот все-таки сделали, остановились на Питере Пене. Для детей очень интересно, я думаю, потому что программа насыщенная. Участвует много коллективов. Сюрприз, серпантин, гости из Москвы приехали и наши артисты. Больше 60 артистов, несколько коллективов и дрессированные животные. Больше месяца продолжались репетиции, готовились костюмы. В труппе танцевальные ансамбли, артисты цирка и приглашенные московские клоуны. Мы приготовили свои любимые номера, реприски. Веселые, радостные, жизнерадостные, жизнеутверждающие, чтобы народ, который приходит отдохнуть, получил заряд бодрости, радости и веселья. Чтобы Новый год удался. Да, чтобы было весело, интересно и любому зрителю, и детям, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам, всем. Захватывающая борьба добра и зла, трюки, выступления воздушных гимнастов, акробатов, канатоходцев. Новогодняя история должна понравиться не только детям, но и взрослым зрителям. Розалия Борисова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.